20 сентября, в Международный день студенческого спорта, в Омске стартовал Олимпийский спортивный фестиваль. Поздравить студентов с праздником и пожелать им успехов на соревнованиях пришел глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорянц. Мы видим огромную сложившуюся позитивную динамику проведения универсиад в нашей стране. Универсиада в Казани в 2013 году. В этом году зимняя универсиада в Красноярске. В 2023 году амбициозная, огромная универсиада на Урале в Екатеринбурге. Я хотел бы пожелать, чтобы здесь присутствующие люди попали на эту универсиаду и на все остальные универсиады, которые еще будут. Начался фестиваль с массовой зарядки на площади перед 6-м корпусом Омского государственного университета. Мы решили перед соревнованиями провести массовую зарядку, подготовить наших будущих спортсменов, которые выступают сегодня, будут на соревнованиях, провести разминку, подготовиться, запустить такой массовый подъем наших студентов. 4 года назад в Омском государственном университете открылся факультет физической культуры, реабилитации и спорта. Теперь учащиеся ОМГУ способны составить серьезную конкуренцию студентам из других вузов. Сегодня этот факультет имеет такие достижения, которые сравнимы уже с вузом, который занимается в чистом виде физической культуры. То есть у нас есть чемпионы и по кикбоксингу, чемпионы и по бадминтону, и другие виды мы развиваем. Вот у нас есть хорошая спортивная база. Фраза «в здоровом теле здоровый дух» имеет место быть. И поэтому не случайно те спортсмены, те студенты, которые сегодня были здесь на зарядке, отличники, хорошисты в учебе. После утренней зарядки ребята отправились на соревнования. В них приняли участие студенты СИБГУФКа, ОМГУ, Политеха, Медакадемии, Педагогического университета и Автодорожного института. Победителей выявляли в плавании, борьбе, волейболе, бадминтоне, стритболе, настольном теннисе, кикбоксинге и в скейпинге.